А тем временем одесские музеи будут повышать уровень обслуживания. В рамках социального проекта волонтеры помогут художественному музею в этом. Для сотрудников организуют курсы, на которых будут обучать английскому языку и правилам поведения с посетителями. Кроме этого, все будут ходить в униформе. Также благотворительный фонд будет заниматься продвижением музея и поиском спонсоров. Почему художественный музей, многие задают нам вопрос? Потому что этот музей, он связан с Одессой, коллекция связана с Одессой, с историей нашего города. И нам очень хочется, чтобы все гости города знали о истории музея, посещали музей, и им было там комфортно находиться. Но несмотря на то, что туристов в Одессе становится все больше, за последние 2 года музеи стали посещать только реже. Проект Museum for Change призван повысить их популярность. Я дуже сподіваюся, що скоро, мабуть, в травні ми побачимо перші плоди. І з гордістю це буде абсолютно заслуга музею і дівчат, які це зроблять. В будущем волонтери планують допомагати бібліотекам і другим культурним заведенням Одеського регіону.